табличка в кабинете врача. Цветы и конфеты не пью. Цветы и конфеты не пью. Значит, сейчас мы с вами принесем его. Табличка в кабинете врача. Позаговорчески немножко, партийно. Цветы и конфеты. Давай еще раз ручки из бантика вынимай. Пожестче, поярче. Слушай, в кабинете врача. Где свет? Цветы и конфеты не пью. Ади, расскажи, как это сделать. Твоя роль, поскольку. Идиот? Стой, 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 там рядом. Света тебе расскажет сейчас. Открытый, яркий, давай. Нет, я, конечно, понимаю, что это мультик. Но неужели никто никогда и погромче тоже не догадывался, не задумывался? Была табличка, конкретно текст, выучи его. Табличка в кабинете врача, цветы и конфеты не пью. Это можно выучить сразу. Я хотела сказать свой. Давай не свой, а вот конкретно этот текст. Покажи человеку, как надо. Табличка в кабинете врача. Да, цветы и конфеты не пью. Поярче, погромче и эти всякие. Табличка в кабинете врача. Цветы и конфеты. Вот. Табличка в кабинете врача. Цветы, конфеты не пью. Вот. Да? Ну, в смысле, она делает другое, но тоже хорошо. Ну, в смысле, имеется в виду, вот, она объясняет. Ну, то есть, она показала как раз тебе вот то, что он идиот. Mm-hmm. То есть, два варианта. Либо сыграть, что он идиот, да прикинь. Либо ты. Либо тогда ты с оговорчески. Вот заговорчески то, что ты сделаешь, потому что у тебя хорошо может получиться. Двигайтесь сюда. Заговорчески. Не он идиот уже, а представляешь, что там за новость. Табличка в кабинете у врача. Конфеты, шоколадки не пью. Забыла, что там было еще. Нет, тут нету заговорческого ничего. Вот я что-то изображала, вот сейчас и то было. Смотри, заговорческий у нее получалось уже, но очень-очень слабенько. Она стеснялась сделать на полную катушку. Я просто хотела, чтобы ты сделала, потому что это достал практики. Заговорческий. Вот прям вот как ты делал, всего ты поймала. Просто ты ее боишься сделать нам громко. Понимаешь, ты там ее мельчишь. Давай, 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 поактивнее. Табличка у врача. Конфеты, цветы не пью. И что это было? Строилась сразу от партнера. Надо тихо, надо громко. Табличка в кабинете врача. Цветы и конфеты не пью. Понимаешь? Вот мне прикольно. Должно быть, но я говорю, что задача прикольно сделать. Потому что не ей надо сделать прикольно, понимаешь? Ну, я имею в виду, ей просто надо сделать громко и ярко. Давайте попробуем. Просто чтобы вот эту вот свою тю-тю-тю убрать. Ну, давай попробуй на Свету. Свете, расскажи. Ну, только поярче, поактивнее, ты прибежала только что с информацией. Света. Давай. Помоги партнеру. Я пытаюсь сделать. Горячими глазами слушаем. Ты уже слушаешь, что полная хрень сейчас будет. Табличка в кабинете врача. Цветы и конфеты не пью. Уже лучше, чтобы в середине себя сама остановила. Давай ярче еще. То же самое. Табличка в кабинете врача. Цветы и конфеты не пью. Ну, сильно лучше, да? Если бы снимали глаза вот без рук, то вообще хорошо. Просто пока руки не знают, что делать, а мимика уже пошла хорошо работать. Так. Еще раз. Давай, да. Табличка в кабинете врача. Цветы и конфеты не пью. Ну, чуть-чуть опять убрала. Предыдущий вариант был лучше. Но предыдущий уже был почти то, что надо. Когда на громкости у него все идет. Да все равно на какой громкости, главное, чтобы ты в этом был участвовал. Понимаешь, у тебя была эмоция, чтобы мне тупо интересно тебе это рассказать. Угу. Вот, вот такая эмоция, понимаешь? У тебя перо в попе не имется. Табличка в кабинете врача. Цветы и конфеты не пью. Ну хорошо, ты лучше просто сама себя немножечко здесь, да, сжимаешь вот прям на уровне губ. Видно, что я пытаюсь контролировать, чтобы сильно громко не вышло. Понимаете, да? Вот, но нам надо перестать себя контролировать. Ты говоришь громко, говори, ничего страшного, надо быть громко. Понимаешь? И не сдерживаться. Да, пробуем, не сдерживаемся. Табличка в кабинете врача. Цветы и конфеты не пью.